Тянемся. Сашу 6 лет, учимся вытягиваться и делать выдохи под воду. Тянись, тянись. Первое упражнение на крой груди. Саша 6 лет, занимаемся 1,5 месяца. Один раз в неделю, к сожалению, по 30 минут. Но вот научились в полной координации более-менее плыть. Вторая тренировка. Плывем кролем на спине в полной координации. Тимофей, 4 годика, плывем без инвентаря. Ножки работают у нас красиво, расслаблены. Выпрямляемся, Тимофей.